Всем привет, дорогие друзья, с вами снова GameP. Сегодня мы будем играть в Five Nights at Freddy's 2. Начнем. Так, Кантони. 12 часов. Так, наденем наушники. Я понял, пока что идет загрузка, все загрузилось. Так, ночь первая. Я тут уже немного поиграл, освоился с управлением. И понял, что как делать. Так. Вентилятор у нас с первой части. Вот это три новых героя, которые появились в нашей новой игре. И вот этот маленький мальчик. А еще появился такой клоун. Ну, я надеюсь. Что это было? Кто-то что-то сказал. Малыш. Ты чего? Иди нафиг. Так. И остались старые герои, такие как... Так, сейчас мы их найдем. Вот, вот этот лис. Там Фредди и еще один лис. А, и Чика. Так, эти на месте. И еще надо заводить вот эту шкатулку, чтобы на нас не вылез этот клоун, и чтобы вот этот маленький мальчик... Забери меня отсюда! Тубый медведь. А приближение вот этого лиса можно узнать запросто. Будут характерные звуки вот такие. Так, что это такое? Ага, мне еще не писать. Так, ладно. Уже час ночи. Шкатулка еще не надо заводить. Батарейка уже потратилась, так нормально. Так. Почему столько телевизоров? Я просто смотрел телевизор, да и все. Либо вот этот проход закрыл. Зачем я его буду открывать вообще? Толку заводить не надо, тут все есть. Этот крендель не убежал. Так, твою мать. Корольчиха тварь. Вот ты где, да? Так, для того, чтобы останавливать новых героев, надо просто посадить им глаза. Вот еще, кстати, Фредди. Еще какая-то шняга. А, Банни. Так, на тебя сверху. И надо завести вот эту штучечку. Все. Так. Оттуда. Твою мать. Где эта шняга? Эй, утка, вот ты где-то, на тебе цвета хлебала, и тебе, ой, где утка? А, вот она, мишка тут, пацан тут, эта шняга тут, эти шняги тут, все, на тебе, все, завести, бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ой-о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 й
Не понял. Так, это тут. Мышка тут. Так. Куда это тут? Блин, куда это тут взялось? Твою мать. Ой. А вот где эта тварь. Ладно, найти я свет нам хлебала. Посидим вот сюда. Так, ушла.
Блин, 4 часа ночи. Надеюсь, вы тоже. Блин, это был совершенно необдуманный поступок. Зачем я залез в эту камеру? Фух. Ладно, я думаю, на этом можно закончить первую часть. Всем пока, с вами был Гейм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите следующую часть.